праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Химках. В зрительном зале ветераны Великой Отечественной войны, тружники тыла и жители городского округа. На сцене творческие коллективы Химок. Все, что в Химках проводится, стараюсь посещать. Очень нравятся концерты здесь, в музыкальной школе. Великолепно работает наш Дворец культуры Родины. Просто им огромная благодарность. Цветы, благодарственные письма и теплые слова. Поздравил ветеранов с наступающим праздником глава городского округа Дмитрий Волошин. Это большой праздник, это для нас серьезное мероприятие. И к нему абсолютно сопричастны все те, кто защищает сегодня нашу Родину. Поэтому счастья, любви и, конечно же, крепкого здоровья. Спасибо. Почтили память погибших солдат минутой молчания. Сейчас на территории городского округа проживает больше 150 участников Великой Отечественной войны. Приравненных к ним лиц 2500. Блокадники, узники концлагерей, дети войны.